трудный бой. Все нынче, как с просонку. И только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. А как зовут, забыл его спросить. Лет 10, 12, бедовый. Из тех, что говорями у детей, из тех, что в городишках прифронтовых встречают нас, как дорогих гостей. Машину обступают на стоянках, таскать им воду ведрами не труд. Приносят мыло с полотенцем к танку и сливы недозрелые суют. Фух, шел бой за улицу. Огонь врага был страшен. Мы прорвались к площади вперед, а он гвоздит, не выглядит из башен. И черт его поймет, откуда бьет. Тут угадай-ка, за каким домишком примостился. Столько всяких дыр, и вдруг к машине подбежал парнишка. Товарищ командир, я знаю, где их пушка. Я разведал, я подползал, они вот там, в саду. Да где же, где? А дайте поеду на танке с вами, прямо приеду. Ну что ж, бой не ждет, влезай сюда, дружище. И вот мы катим к месту вчетвером. Стоит парнишка, мимо пули свищут, и только рубашонка пузырем. Подъехали, вот здесь. И с разворота заходим в тыл и полный газ даем. И эту пушку, заодно с расчетом, мы вмяли в рыхлый, жирный чернозем. Я вытер пот, душила гарь и копоть. От дома к дому шел большой пожар. И помню, я сказал: спасибо, хлопец, и руку как товарищу пожал. Был трудный бой, все нынче, как с просонку. И только не могу себе простить, из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. А как зовут, забыл его спросить.